О, портальчик! И куда же ты нас приведешь? Что? Это комната ютуберов? Те чуваки, которые снимают Roblox? Здесь есть еще комнаты. Бэкст. Он там! Быстрее туда! Эй, здорово, астронавты! Знаете, где мы сейчас находимся? В космосе и на моем личном космическом корабле! Прикиньте, сам корабль, конечно, отстойный, тут вообще ничего нету, придется сейчас поработать над ним. Но зато у меня в комплекте шли 3 танцующих хот-дога. Вон они, на крыше корабля там танцуют втроем. А теперь пойдемте, я вам покажу свой корабль изнутри. В нем, конечно, особо ничего нету. Я улетел в космос, как какой-то бомжонок, вообще нифига с собой не взял. Но ничего, пойдемте, я вам хотя бы капитанский мостик свой покажу. Корабль, блин, длиннющий, здоровый, нужно было с собой гироскутер брать. Ну да ладно, здесь у меня, короче, табличка висит. Типа кэш забирать там, наверху. А вот и мой капитанский мостик. Добро пожаловать! Отсюда я буду наблюдать за развитием своего корабля. Ну и вы в том числе. А это темный портал, который кидает нас в глубины космоса. Вы посмотрите, как тут красиво. Прям какая-то смотровая площадка, ага. Здесь мы тоже с вами наведем порядки. Чего-нибудь да построим. Да такое, что ух будет. А теперь пойдемте в мое подвальное помещение. Вот оно. Здесь у меня будет вооружение, здесь у меня будут различные костюмы, оружие и ядерный реактор. Кстати, чуть не забыл, мы же с вами еще будем путешествовать по планетам, захватывать их и строить там свои базы, бороться с инопланетянами, в общем, будет круто. Фух, ну что ж, вроде бы все вам сказал, пересказал, так что давайте начнем уже обустройку моего корабля. Поехали! Ай-яй-яюшки, мои ценные камни летят мимо кассы. Нужно срочно поставить здесь борт. Вот так-то лучше. Ну что, господа, ресурсов у нас уже приличненько, поэтому пришло время проапгрейдить и сам корабль. Фронтальная панель пойдет. О, вот это нужная вещичка. Добавим освещение и немного удлиним. И знаете, на что это похоже? Да это же космическая дэнс-площадка, первая в мире, только у меня на корабле. Ну-ка я сейчас сбацаюсь со своими хот-догами. Хей! А кто это сидит на корме моего корабля? Продолжаем обустройку нашего корабля. Итак, поставим здесь коробочки. Нифига себе коробочки. Ну ладно, это же космический корабль, здесь должно быть все большое. Так, а это у нас что за желтые штуки? Ух ты, бейджик дали. Ничего себе. А, кажется, я понял, это апгрейд с внешней стороны корабля. Сейчас посмотрим, что мы там нахимичили. Опачки! У нас появились красные сигнальные огни! Офигенно! Ну, с другой стороны, это, конечно, не очень офигенно, потому что нас теперь легко заметить в космосе. Мало ли, вдруг и НЛОшки на меня сейчас слетятся. О, да, всегда мечтал так сделать в тайконах. Особенно, когда у тебя дофига денег. Просто бежишь и строишь, это же кошерно! А со светом-то еще, кстати, лучше. Давайте все освещение доделаем. Ну как вам? Корабль преобразился, уже как-никак получше.
Ребята, я совсем забыл про турели. Необходимо поставить какую-нибудь систему защиты корабля, а то мало ли вдруг реальные НЛОшки на меня нападут. Вот это пушки, вот это турели, вот это другой разговор, теперь мне вообще некого бояться. Пусть теперь меня боятся. Нужно допилить капитанский мостик, так что продолжаем обустройку. Чё за дела? Какие-то кубики, корзинки, блин. Стенка металлическая, куча подсветки. А где компы-то? Как же я буду без компа на капитанском мостике-то? О, блин. Может быть, это будет компьютер? А, не, опять эта батарейка, блин, в виде корзинки. Слушайте, ну походу все. Блин, хотя бы какой-нибудь там планшетник мне бы дали, а? Мы подобрались к нашему подвальчику. Сейчас мы здесь в фойе все обустроим. И потом начнем делать оружие и обмундирование. Самое интересное. О, телепорт. Телепорт на астероид. Нифига себе. Блин, зарубаксы, вот отстой. Вот еще один на лавовую планету. Да блин, они издеваются. 300 рубаксов, там 600 рубаксов. Да откуда у меня столько денег-то? Эх, ладно, давайте хотя бы лесенку построим. Она-то уж точно не зарубаксы. Ой-ой-ой, вы посмотрите, есть телепорт, и не зарубаксы. Но только стоит он бешеных 3 миллиона 400 тысяч. Капец. Опачки, телепорт в лобби за 1000 долларов. Чую, подставой какой-то попахивает. В общем, телепортов здесь, ребята, хватает. И эти все телепорты в разные места на разные планеты. Так что нас ждет крутое путешествие. И первое место, куда мы сегодня с вами отправимся, это будет лобби. Потому что у меня нифига нет денег, а вот 1000 у меня есть. О, портальчик! И куда же ты нас приведешь? Что? Это комната ютуберов? Те чуваки, которые снимают Roblox? Здесь есть еще комнаты? Нифига себе! А вот это офигеть! Космический Максик Шматья. Правда, все за рубаксы. А там у нас что за статуэтки? Так, а это у нас стенка благодарности. Специальную благодарность выражаю, лабада-дабада. Фух, ну наконец-то эта эпичная музыка закончилась. В принципе, здесь ничего такого эпичного я не вижу, кроме как круто одетых игроков. Точнее, это создатели этой карты. Даже у них вон такая картина крутая есть. Deep Space Tycoon. Не, ну конечно, прикольно, прикольно они тут все сделали. Особенно с этими телепортами, я честно не ожидал, что тут такое лобби роскошное. И еще вот эта вот тема с ютуберами, вы посмотрите, сколько здесь всяких аватарок этих знаменитых летсплейщиков. Жалко, моей здесь нет. Это еще не все, здесь есть еще одна комнатка. Здесь висит табличка, подписывайтесь там на какого-то ютубера, он BigRunny 000. Да вы шутите, здесь что, реально обе есть? О, вот это круто! Вы посмотрите, 3 полосы обе разной сложности. За прохождение каждой дают приличные деньги. Давайте же пройдем их все! Вы посмотрите, там светится мой собственный корабль. Ну вот мы подняли немного денег. За прохождение всех 3 я получил практически 40 тысяч долларов. Офигенно же! Больше здесь делать нечего, поэтому я предлагаю сюда сматываться.
Мне эти телепорты безумно понравились. Давайте купим еще один. Вот на этот мне должно хватить. Ну что, погнали! Вау! Офигеть! Мы на одной из планет, и мы можем здесь построить свою базу, тем самым захватив эту планету. Кстати, это очень похоже на Марс. А там разбитый корабль. Вы посмотрите, там огромный разбитый корабль. Пойдемте быстрее туда и посмотрим, что там произошло. Может, кому-то нужна помощь?